Тут очередная мистическая фигурка Avengers, этого фанка от Marvel появилась. Чем с вами, ребят, замутим распаковочку и посмотрим, что там внутри. Фишка в чем? Фишка в том, что непонятно, какая из этих фигурок попадется нам сейчас в этом обзоре, в этой распаковке. Вот эти вот один к шести наиболее часто попадаются. Один к 36, естественно, реже, один к 24 тоже. Хотелось бы, конечно, какую-то редкую выбить, типа вот такой 1 к 72, но посмотрим. Давайте вскрывать, ребят, посмотрим, что внутри у нее. Напишите в комментах, нравится вам подобная распаковка или нет. Это интересно почитать, пообщаться. Как всегда, очень легко вскрывается. Щпунькс. Щпунькс. Прикольная упаковка здесь, конечно. Сюда не перестаю удивляться этому приятному картончику. И очень хорошие фигурки сами по себе по качеству. Так, прощупаем. Что-то на подставке. Что-то не из того, что было. Так, что у нас с подставкой идет? А, фиг знает. Ага, вот. Я знаю, кто это попался. Я уже знаю, это вот этот вот чувак, походу. Давайте вскрывать. Так. Достаем. Ну да. Кстати, очень прикольный. Реально очень прикольный башкотряс. Это железный человек, да, это? Сколько я понимаю. Смотрите, насколько круто смотрится и выглядит. Очень прикольная, детальная фигурка. Вот фанка, только странное пятно на голове. Должно здесь быть или нет? Или это бращок все-таки на нашей фигурке? Вот это вот грязь. Странно на самом деле. Вот так прорисовка, конечно, у него потрясающая. Очень красиво будет на полочке стоять, украшать ее. Мне нравится эта прозрачная подставка. Еще так, здесь есть надпись. Фанка. LC 2015. Сделано в Вьетнаме. Marvel. Ну, такая, знаете, очень приятная на ощупь в руках. Нет, это здорово, на самом деле. Давайте на полку куда-нибудь поставим. Ну вот, стоя на полке, это выглядит как-то вот так вот. Вполне так неплохо, прикольненько, на мой взгляд. Напишите в комментах, как вам такая фигурка. Спасибо всем, кто посмотрел этот обзор, распаковку. С ТикТока всем большой-большой привет. До новых встреч. С вами был Виктор, канал Аутоход. И распаковка мистической фигурки от Marvel. Прикольно, конечно, попалось. У меня такой еще не было.